Талановита людина, талановита у всьому. Саме так можна охарактеризувати нашу героїню – Ганну Петрикєєву. У дитинстві батьки записали її до художньої студії. Проте, за словами дівчини, ходити на гуртки їй не подобалось. Тому дівчинка малювала просто для себе. Тож все життя Ганни було пов'язано з творчістю. У 2007 році почала брати уроки гри на фортепіано, але згодом зрозуміла – це заняття їй не до душі. І тоді доля звела Ганну з вокалом. Изначально вообще ходила на фортепиано. Но мне не очень нравилось, не владела, вот, не получалось у меня. И меня преподаватель по фортепиано отвела к руководителю по вокалу, Овсиенко Ольга Владимировна. И она меня прослушала, и вообще, ну, не то, что ей не понравилось. Я маленькая тогда была, лет 9 мне тогда было. Она так прослушала, она говорит, ну, приходи. И на следующий день я пошла опять на вокал. И Ольга Владимировна сначала мне дала, получается, ну, чуть ли не детскую песню, а «Кузнечик» вот этот. Ну, я ее пела, потом как-то она, давай русскую народную попробуешь, «Субботея». Ну, мы так попробовали, и она, ну, разглядела во мне, что у меня народный именно голос, не эстрадный, а народный. І ось настав час першого в житті Ганни звітного концерту. Тоді мама дівчинки вперше почула, як співає її донька, і не роздумуючи стала ініціатором того, аби Ганна розвивалась і надалі саме в цьому напрямку. Вона просто була в шокі, коли я співала іменно народним, громко, чітко, красиво. І, ну, підійшла до моєї руководительниці і сказала, ну так, може, ми як-то по конкурсам будемо їздити. От. И вот Ольга Владимировна вот начала искать конкурсы. Вот резко началась эта конкурсная жизнь. Просто мотались. У меня детство все по конкурсам. Дівчина брала участь у багатьох конкурсах – телевізійних, міських, обласних, міжнародних. Проте велика сцена вперше – це завжди хвилююче. Чи пам'ятаєш ти свій перший виступ на великій сцені? Як це було? Телевізійний, самий такий великий, це був в Києві, «Крок дозірок» називається, Поплавський його веде, ну, це його конкурс. Вот. Я пройшла перший тур, другий тур, виходить, треба було там якийсь сказочний персонаж. Мы взяли Бабу-Ягу, я была Бабой-Ягой, подготовились, по сути, написали новую песню и не прошла второй тур. Но все равно опыт какой-то сцены большой, я увидела звезд, они сидели в жюри, очень было волнительно, но я справилась. Я не знаю почему, откуда у меня это с самого детства артистизм такой, я выхожу и сразу, ну все, я не стеснялась людей, не боялась, не было такого прям, что я вышла. Единственное, что перед самым выходом на сцену я забывала, с чего начинается песня, первый куплет. И постоянно каждый концерт, вот Ольга Владимировна, я выхожу, уже стою, вот уже вот кулиса возле меня, я вот так, уже выходите, уже у меня микрофон, уже музыка играет, а я, Ольга Владимировна, какие первые слова она мне говорит и толкает. Оскільки в багатьох містах вона представляла Покровськ, то тепер можна і себе показати рідному місту. Так і народилась ідея сольного концерту. І, звісно, у всьому дівчині допомагали батьки та керівник з вокалу. Концерт сольный был в 2010 году, тоже так волнительно, долго готовились, даже для определенных номеров шились костюмы. Вот, костюмами занималась моя мама, занималась даже бабушка, моя тетя, потом мы сдавали в ателье, шили очень много костюмов. Репертуар для сольного концерта мы подбирали разный, чтобы было интересно. И так как, ну, и минорные песни были, и мажорные, но я имею в виду, что и веселые, разнохарактерные. –
Це далеко не всі грамоти та кубки вокалістки, адже більшість залишилась у керівника з вокалу, розповідає Ганна. Та був один виступ, який запам'ятався дівчині на усе життя. От кубок – це всеукраїнський фестиваль-конкурс пісні та музики «Золота нотка». Я зайняла тут гран-при, диплом. Это моя самая большая победа. Еще вот такая ситуация была. Я звоню брату, у него день рождения было в этот день. Я ему говорю, что тебе подарить? А он был дома, а мы же были на конкурсе. А он говорит, да ничего мне не надо, выиграй самую там высокую награду. Прямо как, не просто он сказал первое место, самую высокую награду. И тут называют третье место, не меня, второе не меня, первое не меня. Я уже расстроенная стою. Он гран-при Петрикеева Анна. И я вот так просто стою. Я сначала не поняла ничего. Пошла на сцену, мне вручают этот мой самый любимый кубок. И белая птица взлетит над землей. Божье прощение снимет сплетение. Після закінчення училища дівчина працювала у двох народних вокальних колективах. На даний момент Ганна викладає музику в одному з дитячих садочків Покровська. Как только я туда пришла, очень, ну так, 20 маленьких детей вот так рассеялись, надо их внимание держать, это надо вспоминать все методики преподавания. Но я все вспомнила, все, и в игровой форме с ними вот как-то справлялась. Мне даже уже начинает нравиться, честно говоря, да. Плани на майбутнє – робота в дитячому садку на все життя, чи все ж таки є думки щодо кар'єри зірки? Цель, я хочу попасть в хор веревки. Я вот узнала, что нужно высшее образование, по-любому хормейстерское, а я только, получается, после училища. Вот у меня цель закончить высшее образование и ехать в Киев и пытаться прорваться в хор веревки.